Всем привет, друзья, Маринка. Привет. Мы сейчас идем на рынок. Мы только что заехали на, ну, домой, посмотрели на помидоры. Короче, никаких улучшений не происходит. Мне кажется, происходят только ухудшения. И вот эти огурцы, они вот точно с участком что-то не так, потому что и вот эти 5 огурцов, у них вот эти концы, где новые листы растут, там тоже начинает как-то то ли желтое, то ли какое-то покрученное, не пойму. В общем, не знаю, что с этим участком делать. Сейчас зайдем в магазины, поспрашиваем у продавцов. А если ничего не разберемся, то просто ничего делать не будем. Ну а сейчас мы приехали на рынок купить сало. И думаю, вам покажу, какие цены. Я сам не знаю, мы ни разу не заходили в мясной. Мы просто свое ели, все. Да, было свое закончили. Еще сало, да. В общем, сейчас зайдем в мясной крытый рынок и покажу, поспрашиваем, какие там цены. Ну и что почем. И купим себе сало. Ну и сейчас вам покажу, почем цены, какая. Ну, почем клубника. И черешня. А черешня, наверное, старая. Клубника 60. Вот так. В общем, ну, черешня по 60, это она у нее, наверное, почти месяц лежит. Белком. Наверное, уже с червяками, непонятно. Ну, а клубника 60, и это только на входе. На рынке, я думаю, что можно будет и дешевле найти. Вот так. Угу. Вот и рынок. Шкура. Это что-то непонятно. Надо найти домашнее, где домашнее продают. Вот. Вот. Вот и начало. Красиво. А? Ничего нету, а что тебе надо? Сало, сало есть. Вот целый рынок, смотри. Все, что хочешь, есть. Все есть. Вот это говядина. О, говядина вот большие. Большие сердца. Некрасивые. Вот у паренька красивое сало с мясом. А почем оно? Я не хочу пробовать. Ну давайте. Я хочу без мяса. А такое не хочешь? Не, можно тоже, но я хочу именно, чтобы сейчас принесли. Хотелось 180. Что-то вы нашли. Мягко. Надо вот такого кусочек взять. Нет, то сильно толстый, потоньше. Вот такой. Вот такой шикарный. Да. 185, да? Идет? Давайте, да. Ну это жарить. 213. Ой, оно это пузо прям, да? Уже почерёжа. Так то вон прям эти соски. Кабончик, а ну. Кусок. Краёчек. Но я не хочу с сосками. Порвёте. Во. А ну переверните, нету? Нет. Во, вот это давайте. А пакет ты взял? Да, вот в кармане. На. 217. Вот так и надо. Не, мясо не надо. Надо белое сало и с мясом. Сюда, а ну покладите. О, все. На, поправь. А почем мясо вообще? Ага. Не, спасибо. Вот так. В общем, с мясом. Светлое. Какое-то светлое сало. Какое-то сало какое-то. Ага. А? Да я понял. Так оно как-то плохо засмалено. Мне так не нравится. Белое какое-то. Ноги по 10. А? Я вообще люблю эти шкурки. Это то какие-то обрезки. Мне не нравится.
так оно как-то прям вычищено сильно. Не знаю. Так оно же зажаренное хорошо. Да? Прям так вымыто, я хочу потемнее. Почем вот такое? Это... Написала 75 гривен, уже вкусненькое. Вот такой тоненький, да? Да. А вот этот еще покажите. О, тут со шкуркой. Ну дайте вот этот кусочек. Первый чуть второй. Вот этот, вот что держите, да. 60 гривен. Не, мало, нет, хватит. Хватит. Да хватит, потом за свежим придем, да? Да, да. 60. А это, мясо почем? 130, 140, ага. 120. Ага. Клади. Сейчас, подожди, надо завязать. Нет, так клади. Потом завяжем машину, да. Во. Все? А? Наконец-то у нас он баранина, что ли, маленькая. Ага. Он баранина продается. Да, а, точно. Баранина продается. Баранина. А почем она? 130. Ага, спасибо. Баранина. Ну, за вот баранина это все-таки. И вот свинина. Фарш. Ой, мне так не нравится. Я не знаю, да. Короче, баранина по 130. Это на кости, да? Это сколько? $3? 3,5. Во. И вот сало, глянь, сколько. Шкурка такая тоненькая. Это вот эти мясные свиньи, у которых нет сала. А вот смотри, сколько вырезки. Но мне тут не нравится. Пошли дальше. И вот свинина. А ты видишь, как вместе с этим? Чем? Ну, копыта продают вместе с... Ну, мы думаешь, вот так обрезаем, да. И уши с головой. О боже, и голова с этим прям снята, глянь. Головы. Какой-то кошмар. Каждый по-своему разделает. Пошли в другой ряд, пройдем еще. Шейный хребет по 30. Свининка. Филе индюка. 170. О. Видишь? Да. Это что-то большое. А? Темнее, нет? Вот. Это какой-то большой кабан, да? Нет, это свинка нормальная, 120 килограмм. Домашняя, а вы... ферма. Вырезка такая громадная. Вот она вырезана, это громадная. Потому что, же видите, сало не толстое. Просто не толстое сало. Свинья то, что надо, домашняя. Детям смело вот это. Это домашнее отличное. Вкусное, мне вот этот кусочек нравится. А ну, разверните. Да. О, я люблю там. Да, а все. Не бейтесь, пробуйте, это домашнее. Скажи. Детка, чтобы, я честно, не химия, ничего. Вот, бачите? Вот, я ж почему вам и говорю. Спасибо. Прийдете, спасибо скажете. Спасибо, спасибо, ты, давайте. Кусок, а почем оно? Оце такі 80. Давайте. А ви беріть, тому що воно нічого не надіть. Ферма і лісні, нема телефону. 105. І зажарили ви красиво, мені нравиться, шкурка темненька. Ага. Тюлечка, если вам надо кушать. Кошти болить, чтобы мы вообще... Оце, может, так... А почем таке? 160. Ну давайте оцей кусочек. Смело можете кушать, не бояться. 150. Це не фору. Давайте. Так, отут у нас 105. Отут 166, не буде 165. Угу. 165. 105, 270 разом. А оце задок почем? 150.
150 задор. А це 165, да, ви сказали? Це 160, ага. Це 170. Все, а ще як 170. Спасибо. На випаді я взагалі був в суботу. Давай сюди. Та що ж. Це красиве прям сальцо. Ні, хороше, там зараз не сумнівайте. Все, зараз підсолимо вдома і будемо кушати. Кушати. Ще ну, ні, візьми, да. О, давай, клади. 270, о. 230. Спасибо велике. Я собака потерялась. Спасибо. А ти бачиш, тут всі так уші обрізають? А, це тепер розібрана голова. Ти бачиш? Саме добре, ми його не знаємо. Вже взяли, спасибо. А? Вже взяли, спасибо. Кишки продають, ти бачиш, розділюють. Багато, багато людей розділюють сало дуже бледно. Мені не подобається. Многі, а от мені теж в коментарях багато. Багато хто пише, що типа от у вас делають по темному таке сало, ну типа сильно зжигають. А мені наоборот подобається. Ну, тобто таке піджарене, хорошо. От і весь ринок, я думаю. Там ще з тої сторони молочка. І тут от это що? Баранина теж. Да. А от ще баранина. Мені не подобається баранина. Ой, голови продают, ужас. А вы где работаете? Мне не нравится. А вот соленое сало уже замороженное. А там вон молочка ряд, да? Ну мы уже поздно, уже 10 часов. О, видишь, как зажаренное сало. Все. Да. Ну а что нам еще надо? Вот так. Ну, вот такой рынок, ребят. И вот опять баранина. Все, ребята. Ну, в общем, вот так и купили мясо и сало. Я думаю, цены для города абсолютно не подорожали. Хотя я просто не знаю, какие они были раньше. Но мясо, сало с мясом по такой цене, я думаю, что это недорого. Да и белое обычное сало по нормальной цене. Так что, вот так. Все, ребята, всем большое спасибо за просмотр. А, да? Вот так. Ну, а мы пойдем еще. Да, и вот по 60 уже, какая красивая. Все-таки цена на клубнику упала. Пойдем мы пройдемся по овощному рынку.